Во дворе 134-го дома на улице Нововокзальной вместо зарослей кустарника теперь ухоженная территория с зонами отдыха. Для людей постарше лавочки, дорожки для прогулок, для детей игровые площадки. Завершается обустройство тротуаров, внутридворовых проездов и парковочных карманов. Идет укладка асфальта. Работы ведут по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Объем работ по плитке, значит, по плиточному покрытию в районе 3000 квадратных метров, по покрытию дорог в районе 1000 квадратных метров, 2000, от 1000 до 2000, в зависимости от уже будет пожеланий жителей, опять же, какие-то еще будут от администрации, от заказчика, то есть... Вот, работа выполняется все в срок. Во дворе появилось новое игровое оборудование. Установкой занимается субподрядная организация. Установлены детские комплексы, песочница, качельки. Также здесь будут доустановлены лавочки и урны. Сегодня как раз происходит укладка верхнего слоя резинового покрытия. Резиновое покрытие толщиной 5 сантиметров. В укладке антитравматичного покрытия на детской площадке принял участие и глава промышленного района Данил Морозов. Финальный слой антитравматического покрытия мы укладываем на детской площадке. А также у нас сегодня проходит укладка асфальта на внутридворовом проезде и тротуаре. И, конечно же, во всех этих процессах у нас участвуют и контролируют жители. С самого начала составления проекта и до конца, и в процессе ведения работ, и до приемки работ. Даже учитывается то, где-то там, например, сохранить дерево, или там, допустим, здесь песочницу, здесь футбольное поле, здесь лавочки, здесь освещение. То есть ведется работа взаимодействия, то есть на полном понимании, и учитываются все пожелания жителей. Есть уголочки для всех возрастов жителей, то есть от мал до велика они могут гулять, наслаждаться природой, своим двором. Мамочки могут сидеть отдыхать на лавке, детки, не травмируясь, поиграть. В соседнем дворе на Нововокзальной 136-144 установлены детские игровые комплексы, а также по заявке жителей оборудовали футбольное поле. Ограждение, газон с разметкой, каркас ворот, осталось только натянуть сетку. В этом же дворе готовят проезды к укладке асфальта. У нас по программе «Комфортная городская среда» 6 дворовых территорий благоустраивается, по программе «Инициативное бюджетирование» 5 дворовых территорий, по программе «Содействие» 8 дворовых территорий, и на всех адресах идет ремонт внутриквартальных проездов. Помимо этого, еще на 80 миллионов рублей у нас порядка 40 адресов на сегодняшний день в районе, где идет ремонт внутриквартальных проездов. Благоустройство дворов завершат до конца августа. Подрядчики укладываются в установленные сроки. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.